Давайте угадаем, где я нахожусь. У вас есть 5 секунд. Правильно. Я нахожусь под фурой, которую сейчас разгружаю с яйцами. Довольно забавная ситуация, но низкая посадка. Не рекомендую вам находиться в таких местах. Это всегда опасно. А жизнь – это самое ценное, что у нас есть. Берегите себя, берегите своих детей, думайте о будущем. Да храни вас Господь!